Чего ты не заходишь? Запечатлите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я как бы думал. Да есть там что-то?
Садись. Фигон? Фиг, есть там у тебя что-то, лепить есть? Есть, не переживай за нас. Не, ну у меня самогонка хорошая, там есть так что. Да? Да. Ну давай посоревнуемся, да, у меня да, тоже есть, да, и тоже неплохая. И как мы это можем отдавать от себя, кому придавило. Но я вот хочу такой тост поднять, который, как говорится, говорит об, именно об этой черте. О том, как мы умеем соболезновать, как мы умеем переживать, как мы умеем людей поднимать дух в них и все остальное. И вот такой тост, знаете, так мне понравилось. Я решила, что она подойдет сегодня. Тысячи свечей можно же зажечь от одной единственной свечи. Можно. И жизнь свечи не станет короче. Счастье не станет меньше, когда мы им делимся. Совершенно. Понимаете? И я подумала, что именно вот если мы в нужную минуту, именно человеку, который становится на тот момент чем-то озабочен, или страдает, или болеет, или еще. Если мы с ним, если ему требуется, если мы с ним поделимся, хотя бы поддержим, пусть не расскажем о себе, но хотя бы поддержим хорошим ту словом, минуту. Хорошим словом, да, дополняют люди, правильно говорят. Мы именно в ту минуту можем ему поднять хотя бы на градус вот этого хорошего, положительного, тонус жизни. Вот, посмотрите, больше не пью, а то не могу слова найти. Энергию жизни. И вы знаете, и именно вот я считаю, в нашем хоре мы этого находим. Я так довольна, что у нас эти люди как раз здесь и собрались, которые поддержат, как Лена и сказала. Вот нету его 2-3 дня. Там, или занятия. Все, уже сразу. Почему нету Пантелеича? Что с Пантелеичем? Или там, или еще что-то. Давайте, товарищи, вот именно за наши духовные составляющие, которые мы можем делиться. Да, за надо нести добро. По мужу. Начинается тишина. Не буду рассказывать Арсентичу. Жена мужу. Кран течет. Скоро комнату зальет. Чтобы исправить неполадки, надо поменять прокладки. Муж в ответ: послушай, Оля, я тебе сантехник, что ли? Через день жена корит: выключатель барахлит, починить бы не мешало. Муж: ну ты меня достала, как твой суп, что ем без соли. Я тебе электрик, что ли? Муж явился на обед. Оля говорит: приходил сосед, выключатель починил и прокладки заменил. Муж говорит: вот славно, нет проблем. Ну скажи, а что взамен он хотел за это дело? Чтоб дала я или спела? Ты, конечно, спела, Оля? Я тебе певица, что ли? Просто анекдот очень хороший. Просто я давно хотела рассказать, но в трезвом виде рассказывать нельзя. Значит, мне очень понравилось. Повтори, пожалуйста. Вполне прилично. Я не рассказываю неприличных, и вы это знаете. Еще разок. И очень приличный анекдот, когда мне понравится, я его сохраняю, записываю и подбираю момент, когда можно его сказать. Момент настал, слушайте. Созрели. Приходит Хиллари Клинтон к своему Биллу и говорит: сегодня вечером будут подсчитывать голоса, ты сегодня будешь спать с президентом. Вот это что-то новое, понимаешь? Для тебя ты бывший президент, а я настоящий буду президент. Чуть ли не два президента. Но ты-то будешь спать с президентом. Он говорит: ну ладно, подождем вечер. Подходит вечер, подбили бабки. Поднимает трубку Хиллари Клинтон. Ей там объясняют, что там, где там, как там. Она выходит вся в слезах и не знает, что сказать. Он смотрит на нее и говорит: Хиллари, я так и не понял. Так...
буду спать? С Трампом или Трамп сюда придет или мне к нему идти? Все понятно? Да. Да. Не понял. Повторяем. Наливай. И еще один. Еще один приличный. Очень приличный, но... Ты не будешь? Нет, все, уноси. Спасибо. Тише. А где там еще? И еще один. Так, Боря, а еще один. Это Боря. Отдать ему. Боря, отдать ему. И еще один приличный анекдот. Лежат бабка с дедом, спать легли. Дед говорит, давай побалуемся. Бабка говорит, отстань, нафиг это самое, никому это не надо. Дед, ну чего ты, ну давай, ну типа того. В общем, бабка согласилась. Легли, спят они, короче, у них ничего не получается. Дед злой, сердитый, отворачивается к стенке и говорит. Давай. Дед и говорит. Долбаный Путин. Бабка, ты ее камеру стоят, ты имею в виду. А бабка говорит, ну Путин-то тут при чем? Он, ну при Ельцине же этого не было. Получалось. Спустилась ночь над затихающими клёнами. Спустилась ночь над затихающей рекой, но кроме глаз твоих шаловливых и влюблённых, я не вижу в этот вечер ничего перед собой, но кроме заметили, что Арсентьевич на какой высоте брал, пел песню? Конечно, он сегодня коньяк пьет, еще б не взять. Николай Васильевич, когда было столетие комсомола, я была зрительницей в зале в «Космонавте». Да. Он вышел петь. Я сидела и думала, ну что же наша администрация в день города приглашает с Питера певцов, платит деньги, когда в тост на такой певец. Я была зрителем в зале, я вообще рукоплескала ему. Это вопрос не к нам, а к администрации. Да. Ну я поговорю, вот какой у нас Арсентьевич. Все, тишина. Петр Федорович что-то хотел сказать. Решение, пожалуйста, позвольте мне от вас всех 2-3 куплета спеть для нашей Валюши. Так я буду. Позвольте мне. Прошу вас, присоединиться. Вот такие. Мы назовем тебя реченькой, только ты дальше теки. Мы назовем тебя звездочкой, только ты ярче свети. Мы назовем тебя солнышком, только везде успевай. Не надо. Мы назовем тебя радостью, только ты дольше живи. Вот это надо. Спасибо. Я рад вас всем. Спасибо. Так, у нас там песня назрела. Одну песню Елена Алексеевна хотела, чтобы мы спели для... Для наших... девочек-то, допустим, девочки подойдут пока. Подойдите. Скажи девочкам... Туман, песня.
я не жалею об этом никак. Старею, старею, но я не жалею, но я не жалею об этом никак. Мы все пережили, разруху и голод, военное время, мы жили кое-как. Старею, старею, но я не жалею, но я не жалею об этом никак.
вокалист? Нет, да не вокалист. Вокалист где? Это что-то не то. Что не то? Игрушки раз, брось, да? Это мы все ждали. Приходите к нам. И главное, 15 лет вот. Будете жить дольше. Да. Неправильно, там нас сказано 15-20. О, извините. А там и 25. Ваш ответ, если вы чувствуете. Я желаю вам нового успеха, ходить в хор и себе. Дело в том, что надо не то, что не только картошку есть, которую ее убрали, а надо и помочь убрать ее. Понятно. Только, то есть, надо подружить кто-то у нас. Подружиться нашей жизнью. И вы будете наш вот, и вы. Я вас просто... Спасибо. Так, я еще хочу рассказать вам всем. Не надо. Надо. Ну зачем? Надо. 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 Я расскажу вам, как я познакомилась с Петровичем, еще Валя не ходила в наш хор. А я-то уже с Петровичем познакомилась. Нет. Вы не знаете? Нет. Никто не знает. В нашу школу поступило два мальчика. Да. Один в 9 класс, один во 2, наверное, да, Петрович? Однажды учительница заболела со 2 класса, я ее заменяла. Приезжает пятница, за детьми должны приезжать. Я смотрю, ага, открыла, должны приезжать, за этим мальчиком должна приезжать мама или папа. Приезжает Петрович. Ага. Явно, что это не мама, но я чувствую, что это не папа. И я ему ребенка не отдаю. А вдруг он похитит? Простите, да, время да, 10 минут 3. И вдруг прошло, в конце концов, я позвонила маме. Мама разрешила мне отдать ему ребенка, все. Едем. Валя пришла на школу. Однажды они подвозят меня до школы на занятия.